Так, Санька, вот сюда, передом, и задом так, с той стороной, якую, чтобы назад посмотреть. Смотри, назад, когда я заезжаю вот так, мы не будем жопой из машины высаживать или мордой. Просто что, если она будет лицо мордой выходить, значит надо, чтобы она... Я сиділ, і вона ззаді її, голова була ззаді мене. Ага. Знаєш, тоді передом треба йому заїжджати. Ну, а в тебе з двох сторон дверки відкриває? Так, з двох. А, давай передом. Отак, передом під'їжджаш. І докуди? Саня, я відео знімаю. Так, друзі, приїхали забирати Кнопу. От Олександр, як отчество ваше? Анатолійович. Олександр Анатолійович, так. Да. Забирає нашу звезду каналу Кнопу. От, Саня, сюди. Вот так, подъезжаешь и все. Вот тут. Вот. Любой стороной, хоть передом, хоть задом. Сейчас будем пробовать. Вся фишка заключается в том, друзья, что кнопку надо положить на задний ряд Жигулей. На задний ряд. На задний ряд дивана. Еще ж, это ж не собака. Ну да. Каштан запереживав за Кнопу. Боря, вали! Давай, 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 Боря. Давай, Сань, давай. Вот так, да. На задний ряд сиденья. Харе! Так, вот у нас Кнопулька. Сейчас сделаем отвлекающий маневр. Ты тут закрывай, Сань, да. Так, она много что-нибудь? А я сейчас ее выгоню в коридор. Сейчас, сначала давай распределимся. Нет, ты распределяйся, я сейчас в коридоре ее выгоню. Ага. Может нам как-то надо что-то, нам сюда на лапами не залезет. Да, зай ты. У меня уже веревка есть, если надо. А есть веревка? Вот, смотри, какая. Маленькая. Так. Ну ты что, кран тянуть или машину? Не знаю, это как раз хорошая веревка. Вот. Может там под руками. Сейчас я ее сюда выгоню. Давай, руками нельзя. А, у меня сейчас дома нет, я сейчас очень занят. Извини, потом выясним, давай. Так, вот у нас кнопка. Сюда. Санька, давай веревочку. Вот тут. А, тут? Да. Сейчас, у нас есть выворка с собой, но она здесь не проявляет. Не нужно. Ох и Кнопа. Да, надо стороны... было сказать приготовиться, мы бы тут с Саней стали. Да, я бы с всей стороны подкрыл. Да, сейчас, Сань, давай и назад загоним, да? Давай, да. Надо было не вычепить. Что? Может ракеты какие-то? Да что думаю, надо просто переехать трошки сюда. Нет, ты туда заложишь. Или туда же. А мы тут сами, да. Толкаете. Так, да. Не, надо двери отсюда, я же тебе изменю. Оттуда давай. Ну давай.
Одну лапу як не сидим. Так отак затягнем ми. Так. Так. Виварку не треба? Ну, якщо треба, у мене і стоїть. А що? Ні, ні, так. З той сторони кнопки. Все, одне откроется. Вот так. Трубка. Так и спокойно, такие же. Ну все, закрывай его сейчас. Саня, а помогай ты там выгружать? Кнопулечка, да, кнопочка. Вон он нашел. Да. Так, Санька, уезжай с кнопочкой, все. Я за ними. Борюсик, Борь, тикай. Кнопочка. Каштан. Ну все, друзья, они уехали первые. Сейчас я их догоняю, я знаю, где он живет. И там попробуем ее выгрузить аккуратно. И тоже засниму новое место жительства Кнопы. Ну так, может, кому будет интересно. Так, приехали в новый двор. На новое место жительства. Кнопу там хоть не укачал, вот они вон уши торчат. Вот Кнопа. Здрасте! Санька, кнопу не укачала. Не знаю. Сейчас я ворота. А менти вас не остановили? Остановили. И что? Сказали, приїдем. Сказали, приїдем. Куда? Сюда. А что? А за что? За свинью. Да ладно. Серега, знову. Да я кажу, у нас свинья отпустили. Он говорит, ты на индустриальном живешь, да. Мы приїдем. А, да? За веревку, блин. Ого, она сказала. А ничего, ничего. Да. Там она прыгает, ого-го. О. Пошли, Кнопа, пошли. Кнопочка. Мышку какую-нибудь. Так, может, сама дойду потихоньку. Кнопа, Кнопа. Самое главное не шугать. Иди за жены туда, Санька. И сейчас, друзья, менты подъедут за Кнопу. Так что, сказал, правда приедут, да? Да я не знаю, ну... Кто сказал? Они спрашивают, на индустриальном. Так, а кто? Ты, Саня, говорит, да. Правда, там вставай, куда пошло? Милиция остановила за свиню. Вот туда, да, Саня. Она взяла милиция, да? Да, а вы отъедите оттуда, хай она туда идет.
Ми зараз, каже, під'їдемо. Їм треба офіційно все, поняв? Давай, Кнопа, давай. Саня, оттуда, оттуда, оттуда. О. Та хай, не шугай, бо зараз почнеться. Отак, забухай трошки. О. Давай, Кнопулечка, давай, давай. Кнопочка, кнопочка. А куди поворачувати? А, ну сразу під руководиною. О. А вірьовку там, можливо, буде в кінці, щоб... Та я сніму, Сань. Так, а так, що могло омріти, так? За Кнопу. А що, а куди ж омріти? Та зараз розберемося. Давай, Кнопулька, нове місто жительства. Сказати, що на його пальці були зв'язані. Давай, давай. Сказати, що вона була вся зв'язана. Угу. Що вона, скажете, що... Та при чому в салоні нельзя возити? Кого? В живот. Та прям. Ну, це вони так. Та це вони, скажи, маленька свиня. Ну, так. Це ж глядить. От зараза така, може не зайти. Ну, зараз, не треба сильно її шугати. Трошки, ну, давай трошки. Вот, друзья, Кнопа на новом месте. Все. Вот у Кнопы загородочка, корыто, водичка, только водичка неправильно. Та не сгублять нічого. Вот именно вода неправильно, чуть-чуть надо перевернуть буде, так, Кнопа? І все, Кнопа на новому місці. Да, воду треба. Кнопа. Так, друзі, Кнопа вже у нас употребляє корм в Івановську. І зробимо поїлку. Вот так. Тут так. Ну, Кнопа, дай Бог. Живи і розмножайся. Саня!